6 утра. Солнце встает. Океан. Видите, не я одна такая. Люди специально просыпаются, чтобы снять это чудо. Там мужчина тоже снимает рассвет. Красиво. Начинается новый день. Так, всем привет. У меня последний, так сказать, денечек на океане. Мы уже часть вещей собрали. Я поговорила с сыном, у него сегодня день варенья. Вот, и сижу, наслаждаюсь. У меня еще есть несколько минут, прилив. Получила за эту неделю отпуска такой урок, что не все американцы френдели, не все дружелюбные. У меня было совершенно другое мнение. То есть я понимала, что, знаете, как в семье не без урода, и есть в любой стране как хорошие люди, так и плохие, но мне встречались в основном хорошие, улыбчивые, доброжелательные. I'm sorry. Но в этом году мы получили такой опыт, что здесь также много и хамов. Я рассказывала, как нас поселили в отеле, как нас фактически кинули на 2 дня, мы имели скандал, и впечатление уже было испорчено. Ну и вот сейчас такая мелочь, знаете, я пришла на пляж, постелила вот там вот коврик, да, вот за этим флагом. И легла, расслабилась, начала загорать. И вот эти вот люди пришли позже меня. Я слышу, что они там грюкают. Они буквально, знаете, я вот так вот здесь мой коврик, а они в 2 шагах от меня начали раскладывать свой этот флаг, свою эту палатку, вот эти вот. Причем молодые, без совести, не извинились, ничего. Я демонстративно взяла свой коврик и отнесла в сторону. Но если человек лежит перед океаном, неужели тебе негде было больше установить свой флаг именно перед, как бы передо мной, да, перед моим лицом, чтобы заслонить мне этот вид прекрасный? Вот это вот, что я должна была на них любоваться. Там, кстати, было место чуть дальше. Но они решили передо мной все это установить. Вот я их снимаю. Пусть думают, что хотят. И это, конечно, тоже противно. Например, вот пару дней назад мы сидели, и сидела здесь женщина с мужчиной, и она включила музыку и спрашивает: извини, не очень громко моя музыка, она тебе не мешает? Я говорю: нет, понимаете, вот есть вот такие отношения, а есть совершенно противоположные, совершенно быдляцкие. Как можно, если человек, вот женщина, да, лежит здесь, загорает, установить вот эту вот тряпку прямо у нее перед носом? Вот такое вот, не хочется портить впечатление. Кстати, собираются тучи, вот показываю там тучи. Завтра будет гроза, нам повезло с погодой, хотя бы за это спасибо. И уже на следующей неделе 3 дня подряд грозы. Вот. Ну, а я сейчас иду, у меня есть монетки. Вот у меня есть монетки. Не вижу, что снимаю. Потому что все-таки, знаете, солнце не очень-то видно в камеру. Так, кто-то здесь кучу уже налажил, думаю, собачка, и не убрали. Тоже видите? Хамло. Так, бросайте монетки в океан, чтобы еще сюда вернуться. Чтобы у нас были лучшие впечатления, чем в этом году. Спасибо, Боженька, спасибо, Вселенная, что мы все-таки сюда приехали, отдохнули и надеемся приехать
в следующем году. Ну, а для начала нужно доехать домой. Вот наш отель вот там, вот возле этого высокого здания. Вот раз, два, три, пятиэтажное, по-моему, здание отель. И рядом наш отель. Мы уже собрали там свой зонтик. Часть вещей собрана. Вот, и у меня вот такой вот коврик. Иду немножко еще помочу себе ножки, ручки в океане. И пора домой ехать. Спасибо всем, кто был вместе с нами всю эту неделю. Друзья, мы уже освобождаем номер. Все почти повыносили. Здесь остались какие-то мелочи. Вот я мужу давала свою кофту, потому что он забыл теплое. Показываю. Знаете, я бы все это не показывала и не рассказывала, если бы нас не подставили менеджеры. Значит, это кондиционер старый, гудит как сумасшедший. Идем дальше. Ну, вот такой вот номер, да. Под этим покрывалом жуткая простынь в желтых пятнах. Поэтому мы везли свою постель. Эта лампа не работает. Я пыталась ее включить, а она вообще раздолбанная. Вон, видите, там даже лампочка висит, непонятно как. Идем дальше. Пока муж носит вещи, я здесь все собрала. И как бы сюда мы даже ничего не складывали. Просто противно было. Все было в сумках. Идем сюда. Значит, это ванна, туалет. Я держу собаку. Гуся, стоять. Хочу вам показать все эти приколы. Стоять, Буся. Значит, смотрите, вот этот сток, эта дырка не работает. Там песок скапливается, видите? Там я показала, там подтек. Там тоже все это текло. Буся, не заходи сюда, в эту вонючку. Так, теперь, значит, дверь. Выходи, я хочу показать. Дверь в туалет не закрывается. Вот, видите, она не закрывается. То есть замок не рабочий. Идем дальше. Показываю прелести этого номера. Знаете, Буся, стоять. Муж носит вещи. Просто мы уже разобрали перегородку. Я хожу с собакой. Значит, что дальше? Вот это вот не работает. Я пользовалась только этой одной комфоркой. Я вот эту вот включала, а там начинала гореть фольга. Ну, тупо там какое-то замыкание, и просто загоралась фольга. Идем дальше. Значит, здесь вот подключается только микроволновка. Все остальное, там такая резетка, туда не влазит. То есть мы этим не пользовались. Мы этот номер брали, ну да, здесь тоже как сумасшедший старый кондиционер гудит. Мы этот номер брали только ради этого вида, ради этого балкона. С менеджерами обговаривали об этом полгода назад. Мы здесь отдыхали не один год. Причем сама эта менеджер нам этот номер порекомендовала, потому что здесь красивый вид на океан. Никто бы не спорил, если бы они нас не подставили в этом году. Мы специально для этого номера покупали зонт, потому что утром здесь палящее солнце. Мы покупали вот туда вот, видите, все дырки открыты, это совместные балконы, чтобы собака не выбегала. Мы покупали перегородки, чтобы собака здесь на этом балконе себя вольно чувствовала. Да, уже муж все поносил, ждет меня. Но когда мы приехали, вот этот наш номер оказался занят. Здесь отдыхали люди и сказали, что они хотят продлить еще свой отпуск на 2 дня. А нас переселили. Буся, рядом. Вот туда вот, вот под эту лестницу, вот туда вот. И там воняет жутко, ресторан и гудит. В этом году туда заселились, кстати, большие собаки. Мы были в шоке, чтобы сюда они не ворвались, несмотря на то, что у нас были наши перегородки для нашей собаки. Ну, знаете, большой собаке снести эти перегородки как бы запросто. Люди таких перегородок вот именно для собак покупают.
они не имели. И собака жутко гавкала. Мы их спросили, они сказали, что держат собаку в номере. Ну, слава богу, ну как бы, да. Хоть без приключений таких вот, чтобы, ну, моя собака подралась. Но самая экзотика вот в этом балконе, понимаете? Когда мы сюда уже переселились, вот здесь вот стояли два мужика и попросились к нам в номер замерить этот балкон, потому что менеджеры или там хозяева этого отеля собираются вот эту вот дверь менять, то есть она вообще не закрывается, нужны многие усилия, вот, и, ну, то есть она вообще, понимаете, вот туда мне нужно с силой ее запихнуть, и вот так вот она, вот посмотрите, раз, и все, и она вообще не открывается, то есть она не открывается, она раздолбанная, понимаете, посмотрите, смотрите, видите, что творится, то есть это адски нужны усилия, кроме того, здесь замок не работает, и когда мы уходили из номера, вот это вот все нужно было затыкивать вот этой вот палкой, вот сюда вот, чтобы дверь никто посторонний с этого совместного балкона не смог открыть. Вот, мне сейчас нужно две руки, чтобы открыть эту обдолбанную дверь. Вот, еще раз, я бы этим не заморачивалась и не показывала бы весь этот позор. Старые зеркала, в общем, этот раздолбанный диван. Диван это вообще жесть. Мы везли с собой надувной матрас. Вот. Если бы нас менеджеры не подставили. Я знаю, что это блог для русскоговорящих. Американцы, возможно, это не увидят. У меня есть большое желание написать жалобу. То есть американцы не... Бля, не могу... Они не имеют личных контактов, понимаете? Вот, видите, как. Они не имеют личных контактов с обидчиками. Они все делают через более стоящих, выше людей. И вот я думаю, можно написать в мэрию. Там есть наверняка туристический отдел. Здесь есть туристический центр. И можно написать все наши... как бы претензии. Я не знаю еще, что с этим делать. Вот посоветуйте. Вы бы как бы отстаивали свои права или нет? Еще раз, я бы вот эту всю херню не показывала бы, если бы не был нарушен наш контракт. Вот так вот. Нас просто унизили, как двух пожилых людей, скажем так. Мне 60 лет, а мужу 65. Вот ради этого вида. Вот. Вот, ради этого вида. Мы сюда селились каждый год. И только потому, что наша собака брошенная, она уже знает этот номер. Полы, видите, какие? Вот, она уже привыкла к этому номеру. Света, у тебя еще сумка осталась, кстати. Да, да, я с собой возьму ее. Так ты забери, вот это возьми. Все, все, я уже заканчиваю. Сумку возьмешь, закроешь, да. На палку закроешь. Выключишь? Хорошо, проверю. И мусор заберешь. Ты там все проверил? Вот там, где ты что складывал? Тут я все проверил, у меня здесь ничего нет. Вот, если бы нас приняли достойно, мы бы как бы... Вот я бы все это не показывала. Весь этот позор. Все, пошли.